Вечны сегодня на свете, музыка всюду, улыбки и смех. Школа открыла двери для всех. Мы рады вам всем, любимым учителям, дорогим ученикам, верным друзьям, заботливым родителям и уважаемым гостям. Здравствуйте! Улыбайтесь! Мы встретились снова. Мы очень ждали этого дня. И даже те, кто говорят, что не хотят в школу, на самом деле рады этому чудесному празднику. 1 сентября. 1 сентября для меня это океан цветов, облака белых бантов, миллионы улыбок, симфония радостного смеха, школьных песен и первого звонка. Сегодня 68 первоклассников впервые переступят порог нашей школы, как ее полноправные хозяева, ученики. Их поведут в волшебную страну знаний замечательные педагоги. Они душевной теплотою к себе детишек расположат. С проблемой справится любой и от души всегда помогут. А вот наши 11-классники сделают это сегодня в последний раз. Ведь у них никогда больше не будет школьного 1 сентября. Выпускникам этот праздник веселый навевает грустинку слегка, потому что прощаться со школой в этот год им придет пора. Сейчас они встретятся, те, кто начинает школьный путь, и те, кто подошел к его окончанию. Встречайте, наши выпускники и первоклассники, 11 класс А и классный руководитель Веденский Юрий Илмарсович. Аплодисменты. И классный руководитель Вайванцева Валентина Федоровна. Yeah.
знаний мирный день, необходимый, как символ доброты и чистоты. Давно и прочно, горячо любимый и щедрый на улыбки и цветы. Школа — это особый мир. Школа — это неповторимое государство. Школа — это радость и печали. Школа — это чудеса и традиции. И по традиции слово для поздравления предоставляется директору нашей школы Катрич Елене Размиковне. Добрый день, уважаемые ученики, родители, учителя, гости. Первым осенним днем природа нас радует не только золотистыми листьями, голубым небом, но и первым звонком. Ведь именно с этого момента начинается новая, увлекательная, хоть и длинная, а порой и непростая дорога в страну знаний. Чудесный, удивительный путь предстоит проделать каждому, кто сегодня перешагнет порог школы. Но получить знания можно только тогда, когда ты действительно этого хочешь. Я не буду желать сейчас ученикам отличных оценок, потому что суть знаний отражается далеко не в них, а в том, насколько эти знания будут применяться вами в жизни. В школе нет сложных экзаменов. Сложные экзамены и вопросы поставит перед вами сама жизнь. И я хочу, чтобы вы в школе научились сдавать этот экзамен жизни на отлично. Дорогие наши первоклассники, сегодня вы стали учениками Северонежской средней школы, где учатся самые лучшие ученики, где работают самые лучшие учителя. И я не сомневаюсь, что вы здесь приобретете самые замечательные, самые лучшие знания, которые помогут вам в жизни. Дорогие родители, я желаю вам терпения, потому что от вас зависит сейчас многое. Это и поддержка своего ребенка, это его понимание, это долгий путь, результатом которого будет ваш взрослый, но все еще ребенок, который обладает знаниями и документом государственного образца. Дорогие выпускники, сегодня ваш последний, первый звонок. Перед вами год сложный, когда придется делать нелегкий выбор, когда нужно будет замечательно сдать единый государственный экзамен. И я вам желаю всего хорошего, чтобы сбылись самые сокровенные мечты в вашей жизни, чтобы оценки были замечательные, а все ваши мечты сбывались. Удачи вам и ни пуха, ни пера в этом году. Школа – наш второй дом. Дом, в который часто приходят гости. Вот и сегодня вас пришли поздравить почетные гости. Ребята, вас поздравляет депутат областного собрания депутатов Хуторянский Николай Егорович. Уважаемые жители Северонежска, День знаний и начало нового учебного года – это один из самых главных праздников нашей страны. Сегодня мы открываем двери в мир знаний. Сегодня у нас здесь находятся те, кто первый раз идут в первый класс. Для них это новая страница их жизни. Для них новый путь в знания. Здесь находятся сегодня выпускники, которые сегодня пошли последний раз в эту школу. Они будут с добротой и теплотой вспоминать прошедшие годы в этой школе. И пожелаем им тоже открытия новых открытий в этом мире. И дальнейшее продолжение учебы, дальнейшего приобретения новых знаний. Я хочу в этот праздник пожелать родителям самое главное терпение. Родителям и бабушкам, и дедушкам. Потому что они, как никто, больше переживают за своих детей и внуков. Я хочу пожелать тем, кто сегодня идет в школу, новых открытий, новых знаний, добрых
и отзывчивых учителей. Я хочу пожелать учителям, любознательных учеников, отзывчивых, добрых учеников, тех, кому они передадут свои знания. С праздником вас! С Днем Знаний! И разрешите мне выполнить почетное поручение председателя Архангельского областного собрания депутатов Виталия Сергеевича Фартыгина. Ваш директор школы отмечает в этом году 20-летие работы в школе. И решили мне вручить почетную грамоту Архангельского областного собрания депутатов. Почетной грамотой Архангельского областного собрания депутатов награждается Катрич Елена Размиковна за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в дело образования, воспитания подрастающего поколения. Поздравим ее! Слово для поздравления предоставляется главе муниципального образования Северонежское Старицыну Юрию Алексеевичу. Уважаемые северонежцы, сегодня замечательный день. 2 сентября, день знаний. Вчера погода осенняя, но она была предназначена, наверное, Всевышним для того, чтобы мы вчера с вами встретились. Был солнечный ясный день. Но сегодня он ясный тем, что в ваших глазах мы видим радость того, что начинается новый учебный год. Так это? Поэтому я хочу сказать всего лишь одно. В Северонежске работает самый замечательный директор школы. В Северонежске самые замечательные мамы, бабушки, дедушки. В Северонежске самые замечательные ученики. Так вот, будьте такими, потому что вас будут учить самые замечательные учителя. С праздником, с Днем Знаний! Слово для поздравления предоставляется депутату муниципального совета МО Северонежская, а также члену совета школы Браун Наталье Валерьевне. Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые родители и учителя. Примите самые искренние поздравления с началом учебного года от всего депутатского корпуса муниципального образования Северонежское. Удачи вам всем, огромного терпения, здоровья. Ребята, вам ни пуха, ни пера. В добрый путь.